Всем привет! Я Екатерина Кононова. Девчонки, мы продолжаем с вами наш посленовогодний интервальный марафон. И сегодня у нас уже пятая тренировка. Как обычно, 45 секунд работы, 15 секунд отдыха, продолжительность тренировки 40 минут. Разминка по ссылочке в описании под этим видео. Заминка там же. И в целом все полезные ссылки в описании. Сделали разминку и приступаем. Ставим таймер. Первое упражнение у нас выпад, сели, выпад, смена. Начинаем с правой. Поехали. Выпад, сели, выпад, назад, смена. Выпад, сели, выпад, смена. Выпад, сели, выпад, смена. Выпад, сели, выпад и назад. Назад. И назад. И назад. 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 И последний разочек. Сделали. Следующее упражнение у нас с вами пуловер. Ложимся на коврик, гантели в руках. Проекция. Гантель на плечевые суставы, рука прямая, на вдохе заводим руки за голову, сохраняем естественные изгибы позвоночника, завели и на выдохе вернули. Начинаем с приведения опускания лопаток. Заводим за голову и возвращаем на выдохе. Локтевые суставы направлены на стопы. Рука прямая. Хорошо. Встаем. У нас с вами D-выпад. Максимально широкая постановка ног. Носок чуть под углом. Колено по направлению носка. Садимся на правое бедро, на левое. Садимся, не просто наклоняем корпус, а отводим таз назад и садимся на правое, на левое. И приводящие работают, и ягодицы. И с выдохом. Хорошо. Следующее у нас с вами сгибание плечевого сустава стоя. Сразу угол плечо, корпус 30 градусов. То есть не прижимаем руки к корпусу. Угол 30 градусов. Стопы на ширине таза. И поехали. Обратите внимание, в конечной точке гантели скрещивается чуть диагональ. То есть не ровно, а чуть диагональ. С выдохом вверх. И дельты работают, и вверх грудных. Мы с вами выполнили пуловер. У нас вектор движения был сверху вниз. И сейчас мы сочетаем этот же пуловер. И вектор у нас идет снизу вверх. Сделали. Следующее упражнение. Приседание плие с приведением бедра. Также широкая постановка ног. Носок под 45 градусов. Сели. Подтянули бедро. Сели. Подтянули бедро.
подтягиваем прям пяткой. Хорошо. Следующий у нас с вами жим. Жим вверх. Армейский жим. То есть от груди вверх и возвращаем. Опускаем до уровня подбородка. И вниз, и вниз, и вниз. Еще немножечко, и у нас будет 4 бег, 2 прыжка. Побегаем немножко. 4 бег с высоким поднятием бедра. И 2 прыжка. Также бедра поднимаем высоко. Поехали. Поехали. Раз, два, три, четыре. И прыжки. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Отдыхаем и восстанавливаемся мы с вами в планке на прямых руках. Тело как струна, ладонь под плечом, встали, лопатки вместе, животик подтянут, дышим. Попу не оттопыриваем. Шея, продолжение позвоночника. Отлично. И у нас с вами... Так, жим от груди. Ложимся. Ложимся, также подбираем угол, как и на отжиманиях. Касаемся уха, касаемся уха. Возвращаем руки. И вот наш угол, где грудная мышца в большей степени проявит свой потенциал. И с выдохом толкаем руки вверх. Никаких прямых углов. Это перетирание надосной мышцы и травма. Угол около 60 градусов. Можно от 45 до 60 приблизительно подбирать угол. Если кто-то забыл, сейчас у нас будет скручивание двойные. На следующем круге я напомню, как подобрать угол. Потому что сказала так вброс. Может, кто-то не слышал раньше и ничего не понял, что коснулись, что мы сделали вообще. Поехали, у нас с вами двойные скручивания. То есть мы с вами и скручиваемся, и подтягиваем бедра, и касаемся. Колени, локти.
На выдохе выдуваем воздух. Сдуваем как бы животик. Хорошо. И это был первый круг. Мы с вами идем на второй. Помним, у нас 4. И начинаем мы с вами с выпад, сели, выпад. Правая. Поехали. Выпад, сели, выпад. Вернулись. Выпад, сели, выпад. Вернулись. Выпад, сели, выпад. Вернулись. Я делаю боком. Потому что если я буду делать передом, то я себе что-то тут обрежу и не влезу в кадр. Поэтому я отмерила себе, я работаю только на коврике. Выпад, сели, выпад. Выпад, сели, выпад. Выпад, сели, выпад. Выпад, сели, выпад. Выпад. Сели, хорошо. И ложимся, у нас с вами пулловер. Стопа в устойчивой позиции, между поясницей и ковриком у нас просвет. Гантели спроецировали на плечевой сустав, рука прямая, локти смотрят на стопы. Завели руки за голову и на выдохе вернули. Когда ваши руки, плечо, корпус, угол где-то 140-150 градусов, это 180, вот это где-то 140. И что мы делаем? В этом положении наша задача в приоритете начинать опускать и переводить лопатки максимально. Сделали. Встаем. У нас с вами Д-выпады. Максимально широкая постановка ног. Носок под углом 45 градусов. Колено по направлению носка. Мы с вами садимся на правое бедро. Садимся прям. Хорошо. Опускаемся вниз. И налево. И с выдохом. Ниже садимся. Никто не сачкует. Хорошо. Следующее упражнение – это сгибание рук в плечевом суставе стоя. Угол плечо-корпус 30 градусов. Стопы на ширине таза. И поехали. Лопатки привели, опустили. И с выдохом. Хорошо. Еще немного. И у нас с вами приседание плие с переведением бедра. Готовимся. Широкая постановка ног. Носок под углом 45 градусов. Мы с вами садимся, встаем и приводим бедро. Поехали. Сели, привели правое. Сели, привели левое. Прям подтянули пяткой.
Хорошо. Следующий этажим вверх. Здесь тоже важно подобрать угол исходного положения. Смотрите. Берем гантели, руки вдоль корпуса, сгибаем руки в локтевых суставах и касаемся большим пальцем плеча. Коснулись, все, вот ваше исходное положение. Теперь толкаем вверх, от груди вверх. На уровне подбородка останавливаемся и опять вверх. Угу. Чувствуются дельты. Хорошо, теперь бежим. 4 бег и 2 прыжка. Так. Побежали. Выше бедра. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Отдыхаем, восстанавливаем дыхание в статической планке. Классика. На прямых руках. Есть, встали. Стоим. Дышим. Терпим. Есть, сделали. Следующий у нас с вами жим. Жим от груди. Как меряем мы угол, где грудная проявит в большей степени свой потенциал. Встали ровненько. Пальцами касаемся уха, вернули руку, коснулись уха, вернули. Вот он ваш угол. И в отжиманиях от пола, и в жимах от груди. Ложимся и делаем. Остаемся на коврике. У нас с вами двойные скручивания. Выближаем две точки крепления. Где крепится у нас прямая мышца живота? Пятое, шестое, седьмое ребро, мечевидный отросток. И идет вниз-вниз-вниз полотном таким длинным клоповой кости. Поехали. Сближаем две точки крепления, сокращаем мышцу. Есть.
Закончили второй круг. Половина, ровно половина. Идем на вторую половину. Успеваем пить водичку? Успеваем. С правой. Выпад, сели, выпад. Выпад, сели, выпад. Назад, смена. Выпад, сели, выпад. Назад, выпад, сели, выпад. Назад, выпад, сели, выпад. Выпад, сели, выпад. Выпад, сели, выпад. Назад. Выпад. Есть. Ложимся. У нас с вами пуловер. Ложимся. Гантели в руках. Проекция на плечевой сустав. На вдохе завели руки за голову. 180 градусов угол. Поднимаем, поднимаем. Угол 150 градусов. И здесь уже начинаем приводить, опускать лопатки. Локти смотрят на стопы. Контролируем правильную конфигурацию позвоночника. Хорошо. Следующий у нас с вами D-выпад. И приводящая мышечная группа вся. И ягодицы. Поехали. Широкая постановка. На правое бедро. Сели. Отводим таз назад. Садимся не просто наклон. Мы с вами садимся и встаем с выдохом. Хорошо. Сгибание рук в плечевом суставе стоя. Стопы на ширине таза. Плечо, корпус 30 градусов. И на выдохе поехали. Приведение от периферии к центру. От периферии и к центру. Еще немножко. И будем переходить к D-выпадам. Да, к D-выпадам. Будем переходить к приседаниям плие плюс приведениям. Широкая постановка. Носок под углом 45 градусов. Вниз сели. С выдохом. Сели.
армейский жим от груди и вниз. Коснулись большими пальцами плеча. Вот ваше исходное положение. Верхние точки также проецируем гантель на плечевой сустав. Хорошо, сделали. 4 бег и 2 прыжка. Бежим. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Сделали. Восстанавливаем дыхание на планочке. Поехали. Дышим. Сделали, и у нас с вами жим. Жим гантель от груди. Подобрали угол 60 градусов, помним, как подбирать угол. И поехали. С выдохом жим. Также верхние точки проецируем гантель на плечевой сустав. Есть. Ничего, работаем. И без света можно работать. Отдыхаем. Остаемся на коврике. И у нас с вами двойные скручивания. Поехали. Thank you.
Есть, сделали. Один кружок остался. Один. Пьем водичку и готовимся к последнему кругу. Уже жарко, очень. С правой выпад, сели, выпад, поехали. Выпад, сели, выпад, смена. Выпад, сели, выпад, смена. Выпад, сели, выпад, смена. Выпад, выпад, сели, выпад, выпад, сели, выпад и назад. Выпад, сели, выпад, назад. Выпад, сели, выпад, назад. Выпад, сели. Хорошо. Ложимся на коврик, пуловер. Пуловер. Ложимся. И поехали. Заводим руки за голову. На вдохе и на выдохе. Вернули. Пуловер хорошо делать с медболом. Такой тяжелый мяч, песком набитый. У кого есть, используйте. У меня есть, конечно, но я не несу весь свой инвентарь, потому что я не хочу вас напугать. Вы открываете тренировку, а тут гантели, гиря, медбол, упоры для отжиманий. Все такие: о, нет, у меня ничего нету. Поэтому можно работать и с гантелями. Поехали. У нас с вами D-выпад. Широкая постановка ног. Сели на правое бедро. Угол носка 45 градусов. Сели на левое. С выдохом встали. Садимся, отводим таз назад. О, свет. Сделали. Хорошо. Такое бывает, кстати, крайне редко. Но два раза вот у меня такое было. Это было на тренировке вместе с вами. Поехали. Стопы на ширине таза. Угол плечо-корпус 30 градусов. И начинаем приводить от периферии к центру. Приседание плие и приведение бедра. Широкая постановка, носок 45 градусов под углом. Садимся глубоко, сели и привели бедро. Сели и с выдохом привели бедро. Ух!
сделали армейский жим. Коснулись большими пальцами плеча. И из этого положения на выдохе толкаем вверх. Опускаем вниз до подбородка. И вверх. Верхние точки проецируем гантель на плечевой сустав. Сейчас будем бежать. Хорошо. 4 бег и 2 прыжка. Так, последний. Бежим. 1, 2, 3, 4 и 1, 2. Сделали. Сделали. И у нас с вами планка. Плечи на планке просто горят огнем. Поехали. Ладонь под плечом и стоим. Дышим. Сделали. Жим. Жим вверх. И двойные скручивания. И мы закончили. Поехали. Угол плечо-корпус. Приблизительно 60 градусов. Верхние точки проецируем гантель на плечевой сустав. Хорошо. У нас с вами двойные скручивания. Последнее упражнение. Поехали. Касание. Колено, локоть. И скручиваемся корпусом и отрываем, скручиваясь копчик от пола. Выдуваем воздух.
Хорошо. Сделали. Мы с вами закончили 5-ю тренировку. Устали? Как вы? Пьем водичку. Все важные, нужные ссылки, как обычно, в описании под этим видео. В качестве благодарности не забывайте мне поставить лайк, а те, кто не подписан, конечно же, подписывайтесь. Ну а на сегодня все. И мы с вами увидимся уже в пятницу на 6-й тренировке. Забыла. 318 калорий. За 5-ю тренировочку мы сожгли 318 калорий. Но все, у всех индивидуально. Рост, возраст, вес, интенсивность, частота сердечных сокращений – все влияет. Поэтому приблизительно. Вот, все, девчонки, всем пока, скоро увидимся.